Я с вами Швили, мы играем в очередную экономическую, мне кажется, игрушечку. Это типа, знаете, симулятор города, я так понял. Так, будем строить здесь здания, они летят сверху, разблокировать. Ага, ну здесь, видите, еще и денежками зарабатываем, всякая фигня, очень хорошо. Теперь расширяйте этот район, свяжусь с вами. Так, здание, смотрите, аренда за квартиру плюс 8 с квартиры, 26к стоит, давай. А это лучше. А я улучшил, что ли? А, я просто улучшил. Фу. Здание. А, вот здание точно надо нажать. Ну давайте. Здесь 30к. У меня сколько сейчас денег? Ну давайте все вот. Построить. Построить. А, это время еще занимает? Сколько это времени занимает? Построить. Построить. Блин. Взять, построить, построить, построить. Че, все, денег нету? 15к. Типа через сколько времени? Ну, построилось. А сколько стоит? 45к. Ну, давай-ка посмотрим, завершить. Опа, сразу же. Полторы. Полторы тысячи. Чуваки ходят, можно понаблюдать даже, как люди здесь. Сергей, пожарный кран напоминает мне о моем детстве. Я хочу найти один такой. Блин, а что ж тогда? Здание, это у нас получается жилой здание только. Ну иди кран ищи. А здесь, о, пожарный кран, во. Вон, иди, пожарный кран. Уличный фонарь. Уличные фонари. Везде уличные фонари. А сейчас что они делают? Просто, в принципе. Ну, пожарные краны надо везде. Наверное, а вдруг пожар? О, нашел, что там по... Вот. Все, везде пожарные краны построили. Так, что тебе, любовь, мне сегодня есть суши? Так, а что, может быть счастье? Так, настроение, ускорение. Ну, это ускорение. Так, нужно еще... Построить. То бишь, через какое-то время здесь все улучшится, опять ходит. Ну, что чувак хочет? А, Николай, в этом городе нужно поставить больше дорожных знаков, иначе будет хаос. Ну, в принципе, ты прав. Может, дорожные знаки, все эти дела, да, переработка. Уличный знак. Пчу. 60 километров. О, здесь оказывается еще. Ладно. Блин, оказывается, тут город-то большой, я думаю, только здесь. Ну ладно, мы здесь сейчас все обустроим. Так, что ты еще хочешь? Я должен взять отпуск на другом конце земли. Почему на другом? Что тебе не нравится здесь? Блин. Нажал. Давай сюда. Построить. Сейчас все здания построим просто и все. 1500 минут. Тут получается, если... А сколько здесь строится будет? 10 секунд? Угу. Вот целый район еще построим сейчас. И все. Угу. 1800. Что ты хочешь? Я могу больше ходить, мне нужно где-нибудь сесть. А, скамейки. Скамейки. Какая скамейка, какая огромная. Иди, садись, братан. Знаешь, счастье получается. 94% карма.
Так, что ты хочешь еще? Ну, блин, сесть. Ты вот хоть... Вы хоть кто-нибудь садитесь вообще? Зачем я построил тогда? Кто-нибудь сядет на эти классные скамейки? Или будете просто ходить? Ничего строить, нечего строить, получить дальнейший район, чтобы продолжить. Ну, это понятно, сблокирую чуть попозже. Надо еще поулучшать, сколько здесь. Добавить еще квартиры, доход 2000. А что такое аренда за квартиру, что это такое? Непонятно. Ладно. Соточка. Прибавляешь соточку и все. Зашибись. Ну, как визуально что-то не улучшается или улучшается. Ну, вот на скамейках не ходишь. Лучше погулять, чем ехать на метро. Правильно. Правильно. Погодка есть хорошая, конечно. Вода. Вода, что у нас? Ух ты, нифига себе. Общая мощность, общее потребление. Водоемкость 20. Ну, в принципе, у меня еще хватает воды. Всем, кому. Все, кто просит. Так, подожди, сколько у нас районов? Вон, видишь. Дофига. Так, ну что, улучшаем 52. А, здесь 52. Блин, а сколько здесь стоит? 26. Ну, плюс сотки. Во, как раз может быть. Каждый лучше поулучшаю. По 26. Ну, тоже сотку тоже прибавляет. То есть смысл тогда. Что по 26 тогда улучшится. Что ты хочешь? Здесь нужно сделать намного больше велостоянок. Да ты пешком ходишь в велостоянке тебе. Говнюк. Где еще велостоянка? Ладно. 26К. А, то есть, типа, это не полностью, что? Тут здесь 2400. Давай посмотрим. Не, улучшается нормально. 95. Ну, надо счастье сейчас улучшить. Давайте вода, электричество, переработка. Деревья. Деревушки. Здесь тоже нормально. Ну, какие деревья, какие странные. Ух ты. Блин, что, промахнулся? О, лучше. Ваши жители вас обожают. На ваше имя был построен памятник. Ну, не очень я похож. Забрать награду 100 тысяч. Не очень похож. Ладно. Нет, сейчас надо получать здесь. Здесь 52. Нет, здесь надо где 26. Вот 26. 39, сколько сотку? Это что, по 39 здесь более этот? Более благоустроен. Ой, блин, промахнулся. Капец, 3000. Так, что у нас осталось? Переработка. Принципе, да. Так, что у нас там дальше? Ага. Инвентарь бустера.